Друзья, всем большой привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. И я не зря сегодня сижу в кожаной куртке, потому что я подготовила для вас данное видео с образами на весну с кожаной курткой. Я очень надеюсь, что вам оно понравится, поэтому подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм, и я жду ваши предложения внизу, о чем еще мне снять видео и какие образы вы хотите видеть еще. Первый образ с кожаной курткой подходит на каждый день, подходит абсолютно, я думаю, всем, большинству людей, и он очень универсальный. Это кожаная куртка, у меня кожаная куртка из манго, топ, который я купила на AliExpress, джинсы Levi's и ботинки Martens. Вы можете сочетать этот образ с кедами, к сожалению, мне еще не пришли кеды, поэтому я вам еще не показываю этот образ. Это очень простой образ на весну, вы знаете, что оливковый цвет конкретно очень актуально и стильно смотрится, он подходит практически, мне кажется, всем типажам, потому что как и светловолосым, так и брюнеткам он безумно идет людям со светлой и темной кожей, то есть это такой очень универсальный цвет, поэтому я его выбрала для данного образа. Классный вариант на каждый день, поэтому берите на вооружение. Все ссылки на вещи я оставлю внизу. Второй образ более расслабленный, повседневный, такой прям для прогулок, для того, чтобы дойти до магазина. Тут я решила сочетать светло-бежевый цвет с таким оливковым, которые безумно классно сочетаются вместе, особенно они актуальны в этом сезоне. Плюс кожаная куртка, которая дополняет образ и делает его наиболее универсальным. И я выбрала для него светлый кроссовки, которые идеально вообще подойдут на каждый день, идеально подойдут для прогулок. Я думаю, вы поняли меня, это такой супер расслабленный образ, но который смотрится достаточно стильно, и он очень-очень удобный. Вы также можете разбавлять его кедами, можете добавлять сумки или рюкзаки, то есть то, что вам нравится, сюда подойдет практически все, ну, кроме, понятно, туфелек, лодочек или каких-то таких очень элегантных вещей. То есть нужно помнить, что это более расслабленный образ на каждый день. Давайте дальше. Третий образ более такой, знаете, элегантный, более подходящий для свиданий, для каких-то встреч. В этом сезоне продолжают быть актуальными плиссированные юбки, поэтому я выбрала плиссированную юбку, очень красивую блузу, все это Massimo Dutti, это прекрасная одежда, очень хорошее качество. Мне кажется, вместе они смотрятся очень-очень красиво. Я дополнила этот образ, естественно, кожаной курткой и туфлями с Asos. В принципе, сюда подойдут и лодочки, какие-нибудь более строгая обувь. Также вы можете одеть сюда Martens, это будет смотреться очень классно. Они привнесут больше расслабленности в образ и сделают его таким более повседневным. Но в целом, такой образ подойдет для свиданий, для встреч, для каких-то, не знаю, мероприятий. Опять же, безумно простой образ, белый верх, черный низ. Но как это классно смотрится. На днях я снимала такое видео с большим количеством образов, с большим количеством комментариев. У меня что-то случилось с файлами, они побились, и в целом я, когда просмотрела вот оставшийся материал, поняла, что не буду грузить вас слишком большим количеством вещей в видео, потому что это сложно смотреть. Давайте я буду делать вот такие коротенькие видео с несколькими подборками, мне кажется, это очень приятно и удобно смотреть. На этом все, пишите о том, что вам понравилось из этого видео. Какой образ вам понравился больше, первый, второй или третий, я буду ждать ваши комментарии. Очень надеюсь, что вам понравилось это видео, до скорых встреч, пока!